лишь завидев издалека зимнюю красавицу, внучку Деда Мороза Снегурочку, мальчишки и девчонки, сломя голову, побежали прямо к ней в объятия. И это неудивительно. Найдите хоть одного человека, кто за целый год не соскучился бы по любимым сказочным персонажам. Ну а чтобы времени зря не терять и согреться на морозе, тут же организовали большой хоровод. И началось безудержное веселье. Мне очень нравится. Снеговик очень прикольный. Крутой был флешмоб. Я согрелась. Потому что это семейный праздник, где могут собраться все родные. Новогоднее настроение. Елку можно комнату украшать. Ага. На стол накрывать. Погулять. С Новым годом! Всем огромное спасибо, всем мира, добра, здоровья. Наступающим Новым годом. А вы сами-то повеселились? Ну, конечно, как не повеселилась? С моими детьми невозможно не веселиться, с ними веселишься круглые сутки. Акция «Новогодний экспресс» стала возможна благодаря инициативе депутата законодательного собрания Андрея Силаева и при поддержке компании «Уралкалий», которая входит в группу «Уралхим». Депутаты-калийщики традиционно организовывают для местных ребятишек подобные мероприятия. И этот год не стал исключением. В этом году компания «Уралкалий» поддержала нашу инициативу и запустила проект «Новогодний экспресс». Красиво наряженный автомобиль новогодний посетит 8 точек в городе Березники, Усолье и других сельских территорий, где пройдут как раз вот такие же точно для детей и взрослых новогодние представления, которые посетить могут, ну, любые люди, все желающие. Новогодний экспресс со своими программами уже побывал в Березовке, Усолье, в Треугольном сквере и в Березниковских дворах по улице Миндовского, 6 и Свободы, 54. А если вы вдруг не успели попасть на представление, то не переживайте. Новогодний экспресс с нетерпением будет ждать вас в указанное время в назначенном месте. Информация сейчас на экране. Обязательно приходите за порцией волшебства и новогоднего настроения. Дмитрий Осташкин, Кирилл Яранцев, «Наши новости».